Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 32 рабочей тетради по математике для первого класса автора Марум. На каждом рисунке приведен один отрезок так, чтобы получился многоугольник. К первому рисунку, к первой ломаной прибавляем один отрезок, и у нас получается треугольник. Добавляем линию ко второй ломаной, у нас получается четырехугольник. И к третьей ломаной добавляем линию, у нас получился пятиугольник. Все эти фигуры являются многоугольниками. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под